Добрый новый день! Сегодня пятница, 12 июля. Я Анна Филиппова. В нашем городе жили и творили художники, которые оставили о себе хорошую память. Ну и город подарили нам на долгую память. Славный город Чебоксары. Обращаюсь к вам на «вы». Город новый, город старый, много леса и воды. Эти стихотворные строки Людмилы Михайловны Акциновой – главный лейтмотив выставки, открывшейся в культурно-выставочном центре «Радуга». Выставка Людмилы Аркадия Акцинова, она позволяет познакомиться с городом. В этом году Чебоксарам исполняется 550 лет, и к этой дате приурочена эта выставка. То здесь можно увидеть наш город таким, каким он был примерно 50-70 лет назад. Особенно интересно тем, кто как раз жил в эти годы, помнил то, что было раньше на месте залива, какие там росли деревья. Очень часто к нам приходят и говорят, что вот мы помним, как это было, что там цвели фруктовые деревья, что весной было очень красиво. Они помнят, что в Успенской церкви раньше был краеведческий музей, или что, например, была Крестовоздвиженская церковь с колокольней почти 18 метров. То есть такой способ погрузиться в прошлое, отправиться в вот это путешествие назад в года и увидеть то, что уже сейчас не сохранилось, но то, что бережно сохранили нам Людмила Аркадия Акцинова. Маленьким зрителям это просто интересно, а тем, кто живет в Чебоксарах долго, на этой выставке будет что вспомнить. Среди уникальных работ из частных коллекций у экскурсовода тоже есть свои любимые. Самая, наверное, любимая работа, где можно увидеть как раз театр кукол сейчас там находится, где неподалеку находится как раз мой университет, Чувашский педагогический университет. Там можно увидеть здание худграфа, можно увидеть как раз и то, что сейчас является президентским бульваром, то, что является заливом, и там даже можно увидеть 11-й троллейбус. Сейчас он ходит вот здесь вот, по Чапаевскому поселку, а раньше он начинал свой путь именно по дну залива, то, что сейчас уже не сохранилось. То есть там вот именно детально можно увидеть буквально каждый дом, людей разглядеть, троллейбус, сколько окон пересчитать. Это прям почувствовать, что вот это все реально было. Выставка «Славься, город Чебоксары» будет работать до дня рождения столицы. Пятница – время традиционной киноафиши. Итак, что же посмотреть и что увидеть? Твой следующий объект в Париже. Поддержки не будет. Вопросы есть? Анна. История Анны, чья несравненная красота скрывает поразительную мощь и смертоносный талант опаснейшего наемного убийцы в мире. Ты сделаешь вот что. Твоя подружка? Ева. Она меня даже не замечает. Ты найдешь себе другую женщину. Старше и богаче предыдущей. В твоем возрасте надо бегать на короткие дистанции. Это кто? Бабушка Ева. О, красавица. А дедушка где? Умер в прошлом году. Отличная новость. Красавчик со стажем. Встречайте мужчину мечты. Он знает секреты обольщения и вовсю этим пользуется, чтобы жить в свое удовольствие. Возможно, опытный мачо уже немного растерял обаяние, но отказываться от роскошной жизни не входит в его планы. Применяя весь свой арсенал, он вновь готов вернуться в игру. Время традиционной викторины. Кто правильно первым ответит на вопрос, получит приз от нашей программы. В честь Акциновых названа малая планета Солнечной системы. А как ее имя? Это все на сегодня. Ну а завтра обязательно будет новый день.